Всех приветствую сегодняшним субботним утром на канале Компьютерная Академия. В сегодняшнем видео мы рассмотрим очень интересную тему. Как удаленно заблокировать Windows 10 через интернет? Не все знают, что на компьютерах, ноутбуках и планшетах с 10-й Windows есть функция поиска устройства через интернет и удаленной блокировки компьютера, аналогичная той, что присутствует в наших смартфонах. Таким образом, если вы потеряли ноутбук, есть шанс его найти. Более того, удаленная блокировка компьютера с 10-й Windows может пригодиться, если вы по какой-то причине забыли выйти из учетной записи, а это лучше было бы сделать. Итак, в этой видеоинструкции мы расскажем вам подробно о том, как выполнить удаленную блокировку, это выход из учетной записи Windows 10 через интернет, и о том, что для этого потребуется. Также на нашем канале «Отвертка», канал «Домашнего мастера», есть полезное видео по данной тематике, это «Родительский контроль Windows 10». Итак, первый вопрос нашего видоса – это выполнение выхода из учетной записи и блокировки персонального компьютера или ноутбука. Итак, прежде всего о требованиях, которые должны выполняться, чтобы воспользоваться описываемой возможностью. Первое. Блокируемый компьютер должен быть подключен к интернету. Второе. На нем должна быть включена функция «Поиск устройства». Обычно так и есть по умолчанию, но некоторые программы для отключения шпионских функций Windows 10 могут отключать и эту функцию. Включить ее можно по следующему пути. Параметры, обновление и безопасность и в конце поиск устройства. Ну и третье требование – это учетная запись Microsoft с правами администратора на этом устройстве. Именно через эту учетную запись и будет выполняться блокировка. Если все указанное в наличии, можно приступать. На любом другом устройстве, подключенном к интернету, выполните следующие шаги. Первое. Зайдите на сайт account.microsoft.com/device, ссылочку видите на данном скриншоте, и введите логин и пароль учетной записи Microsoft. Второе. Откроется список устройств с 10-й Windows, использующих вашу учетную запись. Нажмите «Показать подробности» у устройства, которое нужно заблокировать. Третье. В свойствах устройства перейдите к пункту «Поиск устройств». Если возможно будет определить его местоположение, оно отобразится на карте. Нажмите кнопку «Заблокировать». Четвертое. Вы увидите сообщение о том, что все сеансы будут завершены, а локальные пользователи отключены. Вход с правами администратора с вашей учетной записью по-прежнему будет возможен. Нажимаем «Далее» кнопочку «Далее». Итак, пятый шаг – творческий. Введите сообщение, которое будет отображаться на экране блокировки. Если вы потеряли устройство, имеет смысл указать способы связаться с вами. Если вы просто блокируете домашний или рабочий компьютер, уверен, достойное сообщение вы сможете придумать сами. Шестое. Нажмите кнопку «Заблокировать». Итак, после нажатия кнопки будет выполнена попытка соединиться с компьютером, после чего на нем произойдет выход всех пользователей и 10-я винда заблокируется. На экране блокировки отобразится заданное вами сообщение. Одновременно на адрес электронной почты, привязанной к учетной записи, придет письмо о выполненной блокировке. Итак, в любой момент систему можно снова разблокировать, зайдя под учетной записью Microsoft с правами администратора на этом компьютере или ноутбуке. Вот такая вот интересная и полезная информация для любителей 10-й винды. Это канал Компьютерная Академия и наш партнер сайт remotka.pro. Я думаю, данная информация была вам полезна. Смотрите наш канал, ставьте нам лайки, делайте подписки. С нами будет интересно.